На очередной выездной администрации глава Ленинского городского округа Станислав Катаров дал поручение разобраться в ситуации с нестационарным торговым объектом на Жуковском проезде. В ходе проверки было установлено, что у собственника истек срок действия договора на право размещения палатки. По условиям владелец обязан демонтировать объект за свой счет. Мы связались с собственником данного НТО, и ему было предложено демонтировать данный объект, на что собственник пошел. И сейчас мы с вами можем наблюдать о том, что объект демонтируется, и в скором времени здесь будет свободная площадка. В настоящее время на территории Ленинского городского округа проводят инвентаризацию всех торговых объектов. В случае окончания срока действия договора или незаконного размещения построек, собственникам будет направлено уведомление о добровольном сносе объектов. В случае отказа демонтаж будет осуществлен принудительно.